появилась идея поговорить с молодыми, современными молодыми людьми об их пути к Богу. Потому что мы отлично знаем, что в церкви не так много молодых. Но, тем не менее, каким-то образом люди попадают в церковь. То есть их поиски определенно приводят их в церковь, ко Христу. И такая идея воплотилась в такой, ну, своего рода проект интервью, общение с молодыми людьми, современными, которые также вот ходят среди остальных, и почему-то вот они пришли к Богу. И это было на самом деле интересно, и их свидетельство, как, на мой взгляд, важно для их же сверстников. То есть вот эти экзистенциальные поиски смысла жизни, искание Бога, они значимы. И почему это возникает? Вот как раз во всем этом проекте мы решили воплотить, чтобы узнать о том, чем живут современные молодые люди, пришедшие ко Христу. Вот. И сегодня мы пообщались с Натальей, она обычная студентка, она нам рассказала очень интересную историю, и мне думается, что вообще история каждого человека, пришедшего ко Христу, она уникальна. То есть нет каких-то повторяющихся, ну, в чем-то похожие есть, но тем не менее у каждого человека путь уникален. Вот. И видно, что вот эти люди, они будущее церкви. И лично меня это радует, когда мы говорим, что вот мы живем в глубокой безнравственности и так далее, безбожии. Ну, тем не менее, на фоне этого, как говорится в словах Писания или в словах святых, что там, где преизобилует грех, присутствует благодать, да? Вот мы как раз и видим, что эти люди, они как свет. И Христос светит там, где, казалось бы, уже невозможно светить. И Дух Святой дышит там, где хочет. Вот. Меня лично это радует. И я каждый раз, обращаясь к этому опыту, я просто благодарю Господа за то, что Он, несмотря ни на что, действует, работает, и Он сильнее наших слов, сильнее нас. И поэтому считаю, что такие свидетельства, они необходимы. Необходимы для самого человека, необходимы для тех, среди кого он живет, потому что это может быть реальным поводом задуматься, почему эти люди в церкви, почему вообще кто-то ищет Бога, вообще о Боге впервые задуматься. Вот так. Скажи, как вот ты пришла к Богу? Ну, наверное, как и большинство людей, меня к Богу приводят мои родители. Лично меня привела к Богу бабушка. Так у нас получилось, случилась такая беда, что у дедушки был инфаркт. И, случился приступ, и я, маленькая 5-летняя девочка, испугалась. У меня бабушка всегда вспоминает этот момент, когда я просила у нее молитву слов. Говорю: бабушка, что мне читать? Вот, она мне дала молитву, и я сидела читала, пока приехала скорую, везла дедушку. Ну и дальше все благополучно, дедушка у меня до сих пор с нами, слава Богу, здоровье у него хорошее. И после этого вся наша семья, она пришла к Богу. Меня бабушка дала воскресную школу. Я 5 лет ходила в воскресную школу, закончила ее на отлично. Но, наверное, меня многие поймут, когда ты с 5 лет ходишь в воскресную школу, тебя заставляют стоять на службе, такую маленькую девочку, прям полностью на службе. Потом запоминать все эти правила, молитвы. Это для детского разума это тяжело. Поэтому я решила после окончания воскресной школы, что надо сделать передых. Это я устала ходить в церковь каждое воскресенье, так рано вставать. Вот, и решила отдохнуть. Помимо этого, я занималась и в музыкалке, и в художке, поэтому времени на это просто даже не находилось. А потом
когда я выросла уже, на 14 лет, уже как-то сознание поменялось, я поняла, что в моей жизни чего-то не хватает. И прям так конкретно не хватает. И я искала, думаю, чего же не хватает. И я поняла, что это не хватает Бога. Что что-то я делаю не так. Я живу в Михайловке, у нас есть такой православный молодежный клуб. Я нашла их страничку, случайно наткнулась. И они написали, что мы ищем добровольцев, типа, приходи к нам, мы тебя ждем. Я думаю, это мое, мне надо туда идти. Вот, я связалась с руководительницей, она меня пригласила, сразу же пригласила на такое очень большое мероприятие, православный марафон. Я на следующий день поехала после того, как написала, типа, можно я буду вашим добровольцем. И сразу в это втянулась. Там был батюшка, который меня выпустил с воскресной школы, и он встретил тут же как бы с распростертыми объятиями, меня принял. Вот. И так дальше я и продолжаю ходить в церковь. Ну вот такой, может быть, интимный вопрос. А вообще, что для тебя отношения с Богом? Я понимаю, поскольку сама занимаюсь всем этим, ну, организацией каких-то мероприятий, движений, все равно важно то, как человек вот с Богом, в каких отношениях пребывает, потому что это все опосредователи, да? То есть, как бы вот что для тебя вера? Что наполняет вера? Что для меня вера? Что для тебя вера? Так, какой сложный вопрос. Я понимаю. Вопрос непростой. Ну, вообще, я просто расскажу. Не знаю, может, у других людей точно так же. Общение с Богом. Ну, все понимают, что общение с Богом — это у нас молитва. То есть, когда мы молимся, мы общаемся с Богом. У меня бывает такое, когда я у Бога вот прошу, вот у меня какая-то проблема, и я молюсь, и это вот именно искренняя такая молитва. Я не знаю, почему, может, это у меня так. Когда ты усердно молишься, и вот все, ты закончил молиться, и первая мысль, которая приходит в голову, мне кажется, что она именно от Бога. И вот какая-то это умная мысль, и если я последую ей, то мне дальше как-то, ну, я не знаю, может, совпадение, но я думаю, что это все-таки Бог. Вот, что все идет тогда как по маслу. Какой-то совет Бога, как мне идти дальше. Вот. Ну, что вы сейчас скажете? Нет, ты говоришь от своего опыта, это очень ценно и важно. Я думаю, мы же живем, ну, как верующие люди, нас немножко, да, ну, в процентном отношении. И мы живем достаточно как бы не в церковном мире. Вот скажи, какие ты трудности, как молодой человек, исповедующий христианство, православное христианство, испытываешь, когда ты приходишь в мир, да? Вот какие, как бы, на каком контрасте? Или это совсем не контрастно? Или это как бы есть и там, и по ту сторону, и по эту, ну, за границей церкви люди хорошие? Я в этом не сомневаюсь. Но вот тебе, как молодому человеку, верующему, да, Какие есть трудности? Я расскажу, как я стала ходить в клуб православный, и как ко мне стали относиться мои одноклассники. Как бы вначале, когда я стала приглашать, говорю, ребят, у нас будет сретенский бал, давайте поучаствуем. Они в Сретенье. То есть своим светским одноклассникам? Да, я говорю, ну это церковный праздник, и этому церковному празднику у нас посвящен бал. Все девочки в бальных платьях, мальчики во фрак, давайте поучаствуем. Церковь и молодежь, ну это там же вот эти бабушки, которые свечки ставят. Да. Вот. И в общем, они отнеслись к этому очень скептически. Но потом, когда у нас уже был следующий православный марафон, и это только в 10 классе, я пришла в 14 лет, получается, в православный клуб, и в 10 классе я подбила своих одноклассников съездить на марафон. И после этого ко мне стали относиться: Наташ, а будет еще мероприятие? А давай съездим, это так классно общаться с батюшкой. Вот. И в общем, как-то они стали понимать, и, кстати, очень много ребят из моего класса, они потом стали ходить в наш храм после таких мероприятий, после бесед с батюшками. Да, вначале кажется, что батюшки такие серьезные, они тебя накажут, ты там соврал или там что-то украл, они тебя отругают, вот. Как это так, ты родителей не слушаешься? Но на самом деле, батюшки-то такие же люди, их не стоит бояться, и они, наоборот... Хотя, конечно, это тоже зависит от батюшки, как он будет себя вести, как бы расположит он к себе или нет. Вот я своего батюшку нашла. Он как бы меня обнял, все, как бы принял. Вот. И точно так же он, ну, ко всей молодежи, вот тоже с распростертыми руками. Вот. И как-то особых проблем я после этого не стала замечать. Нет, были еще проблемы
стеснение, наверное. Вначале, когда я пришла к Богу, было стеснение. Вот когда едешь на автобусе мимо храма, взять перекреститься, думаю, что обо мне подумают люди в автобусе. А потом со временем это как-то проходит, и как-то ты уже не думаешь, что тебе скажут. А может, они наоборот скажут, ну, она молодая, она вот и не стесняется. А почему я должен стесняться? Тоже берут пример с этого. Хорошо, спасибо. Я вот думаю о том, что вообще вот понятно, что есть сложности, но как ты думаешь, вот необходимо ли церкви самой идти в молодежную среду и говорить о Боге, или достаточно того, что вот ну, человек сам приходит? Вот тут как бы такой вопрос, может быть, он трудный для тебя, ты об этом, может быть, не думала, не размышляла. Вот ты сама пришла, да? То есть тебя никто не заставлял. То есть по свободе воли, да, ты почувствовала потребность такую, ты пустоту ощутила, да, и потому что у тебя был опыт церковления все-таки на таком уровне детства. Да, нет, я думаю, что все-таки стоит церкви и людям, которые при церкви, как-то рассказывать про то, что творится в храме, и как-то привлекать молодежь, особенно молодежь, потому что на молодежь будет строиться дальнейшее будущее церкви. Вот вопрос как? Чаще всего вот православный молодежный клуб. Как мне объясняла руководительница, почему вот когда пишут ПМК, вот М стоит в серединке, то есть самое главное — это молодежь здесь. Мы сначала привлекаем молодежь с помощью каких-то мероприятий, показываем, что православие — это не скучно, это не только молиться в храме и молиться, стоять непрестанно. Это бывает интересно. Какие-то беседы с батюшками, размышления, даже мероприятия, викторины, какие-то интеллектуальные, и не только интеллектуальные, даже просто... У нас была эстафета в честь там какого-нибудь святого. Вот. То есть надо привлекать молодежь. Не вся молодежь, она может прийти, вот как получилось у меня, что что-то не хватает. Некоторые ищут, а они не могут найти, им надо показать, что у нас то такое есть. В твоем случае ты выступила таким апостолом-миссионером для своих одноклассников, которым ходила на проповедь дважды, да, когда один раз пригласила, они не согласились, но ты упрямо целилась в цель. Ну, да. В общем-то, на мой взгляд, да, очень такой у тебя интересный опыт. Мне кажется, всегда вот у человека всегда вот это уникальный опыт. Вот никто не скажет, что у него там похож на твой, да. И очень ценно. Я благодарю тебя за то, что ты согласилась с нами побеседовать, потому что это важно для тех, кто пока еще вне церкви, кто пока еще размышляет, кто что за люди в церкви. И вообще желаю тебе всех, скажем так, благ и того, чтобы ты оставалась как бы христианкой, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, потому что в духовном развитии человек проходит разные этапы сложные, и даже когда мы, казалось бы, пришли, мы бывает очень сильно разочаровываемся. То есть всегда, чтобы в основе всего твоего, в основе веры все-таки Христос стоял, потому что Он самый главный. Спасибо тебе большое. Спасибо.